Всем здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. Ну что, мои гуси занеслись. Первое яйцо 24 года. Вот смотрите, специально поставила на сравнение, что получается в одном гусином два куриных яйца. Видите, по размеру выходит. Вот так. Там вот моя девочка занеслась. Ну, конечно, сейчас я не буду собирать яйца для инкубации против нас, так как еще не сезон, не время будут. Ну, для еды использовать. Вот такие вот дела. Вот какая огромная. Видите, какие? Я вчера курятник захожу, он, смотри, яйцо валяется. Сегодня надо будет гнездо поставить. Так как пока еще гнезда ему у них не ставлен, они же еще мне не неслись. Сейчас раз начали нестись, значит, надо будет уже ставить гнезда. Для сравнения, вот смотрите. Гуси у меня три породы. Шадринская, ландская и серо-крупная. Так что вот.